Здравствуйте, всем привет из Новосибирска, с вами Лариса. И сегодня я хочу испечь печенье с начинкой из кураги, творожное печенье. Для этого нам понадобится творога 200 грамм, 150 миллилитров растительного масла, пол чайной ложки разрыхлителя, ванильный сахар, просто сахар 3 столовые ложки, муки пока стакан, поэтому, может быть, даже это не окончательно. В общем, у меня все готово для замески теста. Сейчас только для начинки я порежу кураги, 350 грамм здесь надо. Я ее всю запарила, она мягкая у меня. Сейчас я мелко-мелко порежу. Мне это будет начинка из кураги. И все, будем заводить печенье. Так, ну вот, порезала я курагу. Мелко. Теперь будем заводить тесто. Значит, берем наш творог. Здесь 200 грамм. Так, к творогу теперь высыпаем сахар. Здесь 3 столовые ложки. Так, теперь ванильный сахар. Все, теперь будем разминать. Потом растительное масло сюда же. Сейчас немножко разомнем сахарком, потом масло. В конце уже идет мука и замешиваем тесто. Все очень просто и вкусно. Сейчас разобьем кусочки. Никакого блендера я не использую. Все как есть, вот так вот ложечкой и все. Так, растительное масло сейчас частями буду добавлять и разминать. Немножко добавила, сейчас разомну, потом остаток. Чтобы такая влага немного была. Так, масло 150 миллилитров. И, в общем, здесь все. Сейчас будем разминать. Главное, сахар сейчас не растворится здесь. Масло, творог. Тогда будем муку. Сильно я кусочки не разбиваю, пусть они будут такие. Это не мешает совершенно. Так, теперь берем разрыхлитель вот этот сюда. Здесь стакан муки. Сейчас будем просеивать муку. Вот сейчас уже идет замес уже готового теста. Сейчас уже будем муку добавлять уже по мере, чтобы вот замесилось нормально. Видите, еще жидкое, поэтому еще будем добавлять сейчас муку. Тут у меня добавка есть в стакан. Сейчас полстакана пока. Там видно будет. Надо, чтобы тесто было такое мягкое.
Оно будет такое мягкое, не сильно упругое, ну и не такое эластичное, такое будет. В общем, мы будем залеплять его, знаете, как в пельмешку. Такая печенюшка будет круглая, внутри начинка будет. Никак мы не будем не заворачивать ничего, она просто внутри будет находиться. Так, еще. Ну, в общем-то, я думаю, сейчас руками замесим. Я думаю, как раз. Оно такое приятное. Там, потому что маслице идет, оно мягенькое. И прям вот творожок прям здесь крупинками. В общем-то, сейчас коврик постелю, и уже на коврике будем делать печенюшки. В общем-то, замешивать пока хватит. Сейчас уже по мере поступления на коврике уже буду делать. И там уже будем, если что, надо будет мучки, тогда уже подсыпем. А так больше не надо. Вот у меня получилось, в общем-то, так-то это вот остаток можно сюда добавить. В общем, 2 стакана муки получилось. Так, ну вот тесто. Сейчас будем отсюда доставать. Делать такие, как колобочки. Примерно одинаковые. Буду делать лепешечки, вовнутрь укладывать начинку. Сейчас сделаю колобочков. Оно такое тесто, его сильно не раскатаешь. Оно такое прямо, вот видите, все прям не сильно эластичное, но в то же время пластичное. Так что руками будем все туда вкладывать. Может быть, даже сильно и не будем раскатывать, а так прижимать рукой. В общем, вот так вот немножко. Сейчас мы... Оно такое, видите? Так, сейчас мы вот начиночка наша, так, сейчас мы ее будем прятать вовнутрь, как в пластилине залепливать. И она внутри должна оставаться, начинка. Ну, если немножко будет вот так чуть-чуть торчать, ничего страшного. Сейчас мы будем все печенюшки так делать. В общем, прятать начинку вовнутрь. Прям так вклеивать ее. Так. Вот, почти что спрятали. Сейчас я ее вот так и чуть-чуть прижму. Вот такая вот печенька будет, вот видите. И так буду делать все. В общем, внутри будет у нас курага, спрятанная в тесте. Так, ну вот, все, что получилось, так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 штук. Ну, курага осталась у меня. Сделаю потом еще другое печенье. Ну, в общем, сейчас буду выпекать. Она вся внутри, там вот такие получились, вот вся курага внутри, я всю ее залепляла. Вся она в этом тесте творожном. Ну все, духовку разогрела, 180 градусов, поставлю минут на 20, там посмотрю.
Так, ну вот я испекла. Они такие румяные. Сейчас я их уложу куда-нибудь на тарелочку, и мы будем пробовать их. Что получилось? Я думаю, очень вкусно будет. Так, ну все. Вот получилось вот это печенье. Вот, смотрите, такая красота получилась. Сейчас будем пробовать. Я думаю, что очень вкусно. Вот я себе взяла печенюшечку. Она очень горячая. Вот я разламываю. Ой, какая красота, смотрите. Здоровская. Сейчас будем пробовать. Кураги положила много. Вкусно. Ой, вкусно. Нежное. Такое нежно-песочное. Приятное. Курага без сахара, натуральная, чуть с кислинкой. Я ее положила прям много, видите, сколько. Прям все внутри, все курага. Вот оно все запеклось. Ну, вообще красота. Ну все. Вот такое печенье постряпала я. Ну все, если кому понравился рецепт, пожалуйста, стряпайте. Очень вкусно. Всем приятного аппетита. Кушайте с удовольствием, не поправляйтесь. Смотрите мои свежие видео с новыми рецептами. Всем пока-пока!